Знаете, вам что сказать? Ведь в нашей истории многое менялось. Люди уходили, приходили. И вот так случилось судьбой, наверное, что сегодня с нами присутствует человек. Я просто не вижу, Андрюш, ты в зале? Ищем, где он есть, нету его, наверное, да? Ну, неважно, собственно, да. Он где-то в кулуарах сидит. Ну, просто я не вижу, да, как бы, не могу сказать. Неважно то, что я сейчас не вижу, да, как я хотел сказать. Так вот, у него вчера был день рождения. А все вы помните, что, да, он играл в нашем коллективе, и мы даже вместе, по-моему, сюда приезжали с ним. Так вот, композиция, которая сейчас прозвучит, она и посвящается ему. У него был вчера день рождения, так что вы можете подпеть, вы можете ему похлопать. Вот, я просто не вижу. Сидел здесь, но что-то куда-то убежал. Ну ладно, вот. Композиция под названием «Воин». Что так жидко? Девчонки громче орут, пацаны, вы что, усали что ли? «Воин». Yeah.
Быть воином света. Помни, ты воин.